Всем привет, ребят! Нас на канале уже 16 тысяч человек. Я решил снять такое более разговорное видео, рассказать о себе, кто я такой вообще, как начал заниматься спортом, что у меня со спиной, эту тему я затрагивал в самом первом видео. Ну и чтобы вам было не скучно, я пройдусь по локациям, которые были такими значимыми в моей жизни. То есть свой первый зал, площадку свою первую, может самую первую площадку обойдем, на которой я прям начал заниматься. Но начнем мы сейчас издалека. В общем, спортом в детстве я занимался и занимался много. Мама водила меня на брейк-данс, плавание. Я был солистом в хоре. Ну, это не спорт, конечно, просто я так решил. Ну, просто я выступал, я был солистом в хоре. Я очень хорошо пел. Все это. Я занимался реально многими видами спорта. Там, футболом я очень долго занимался. Но по итогу было так, что почти во всех секциях. Я тогда, кстати, выглядел вот так, тут фоточка где-нибудь, когда я пошел в первый класс. То есть, ну, в то время я уже занимался. То есть, я там футбол, там, все, что это, перепробовал. И так получилось, что я ушел из многих видов спорта, потому что меня гнобили в секции самой, то есть, остальные ее участники. То есть, я, условно, в футболе, это, наверное, самое жесткое, что было, я попал в группу со старшими. То есть, ну, я был 2000... Четвертое по 2002 году, и они тупо надо мной издевались, ну, просто потому что. Ну и, в общем, из всех видов спорта я ушел. А сейчас мы с вами пройдем тогда на локацию, на которой я впервые познакомился с воркаутом, как это вообще произошло. Так что, let's go! Ребят, ну а перед началом видео хотелось бы познакомить вас вот с такими классными добавками для быстрого и качественного похудения. Бро, если ты хочешь качественно и быстро похудеть, эта добавка очень тебе подходит. Она выводит лишнюю жидкость, снимает отечность, контролирует объемы тела и ускоряет обмен веществ. В состав данной добавки входит порошок красных водорослей, который восполняет дефицит микроэлементов и уменьшает отечность. Декстроза, которая нормализует работу нервной системы и дает заряд энергии. Таурин нормализует метаболизм и работу сердечно-сосудистой системы. И огромный комплекс витаминов, который нормализует обмен веществ. Продукция у данных ребят сделана только из качественного сырья и соответствует международному стандарту GMP и прошла все проверки. Так что, ребят, кто из вас хочет качественно и быстро похудеть, вы можете найти этот товар по ссылочке в описании. А мы погнали к ролику. Подхожу к самой первой такой локации значимой. Я очень вспотел. Очень надеюсь, что там двери будут открыты, так как я начал заниматься воркаутом именно в школе. Сейчас я вам продемонстрирую, если турники остались, я тут давно не был. Сейчас посмотрим, если там турники вообще открыты ли там. Погнали. Короче, мне удалось попасть вот в этой школе, я учился. Это 71-я школа города Ярославля. Вот и, собственно, турничок, на котором я занимался свое первое время. Сейчас я вам его продемонстрирую побольше, прям расскажу, как это вообще произошло, что я тут начал заниматься воркаутом. В общем, вот этот турник, он уже такой ржавый, да? Но он и был тогда еще такой ржавый. Он прокручивается вот так вот. И мы на нем тренировались. Я прикреплю сюда видосы. У меня есть видос с этого турника до сих пор. И как произошла вообще вот эта история, что я начал заниматься именно здесь. В общем, выхожу я вот так вот оттуда из школы, такой иду на выход. Вот здесь раньше был выход, сейчас он закрыт. Тут чуваки на турниках, что-то все делают, крутятся что-то. Я вообще не выкупал такой. И блин, я такой говорю, ребят, можно с вами позаниматься? Все, вот так и началась моя спортивная карьера воркаутера. То есть этот турник, он раньше казался овер высоким. Сейчас я типа очень спокойно до него дотягиваюсь. Этот турник кажется теперь приемлемым, вообще адекватным самым. Но раньше на нем, вот он такой высокий, да, достаточно. Но раньше вот он казался реально типа финальным боссом. То есть если на этом турнике что-то сделаешь, и у тебя получится, вот ты типа реальный мужик. Вот так вот, ребят. Но вообще к спорту я пристрастился после того, как в 2017 году, то есть я
Не прям, что вот, знаете, вот у меня спорт начался прямо вот здесь. Спорт во мне еще, ну, появился, во-первых, в детстве, когда мама меня куда-то водила. А в 2017 году я ездил в лагерь, мне там понравилась девочка, а ей не понравился. Типа, ну, базовая такая ситуация, да, и я такой, типа, понял ли, эмоция сигмы. Ну, в общем, я просто такой, эмоция сигмы, типа, все дела, вон я весь потный даже. И начал смотреть Игоря Войтенко. Ну, Игоря Войтенко, мне кажется, смотрел каждый, кто спортом занимается, и начал с его там просто с отжиманий, да, там, просто вот из турников. И вот так получилось, что я реально вышел со школы. Тут были какие-то чуваки, которые пробовали топорик. Это вообще самый дефолтный, такой самый легчайший элемент. Я начал с ними заниматься. Выучился топорик. В общем, вот, двигаемся. Давайте тогда к следующей очень значимой локации. Будем двигаться прямо вот по временной линии. Конечно, в лагере не смогу попасть. А так бы вообще, на самом деле, я бы съездил. Мне даже туда уже никак не съездить. Потому что мне уже 19. И мне туда никак не попасть. Тоже бы вам показал, где я там тренировался. Тоже там турнички были. В общем, двигаемся к следующей локации. И, в общем, у меня 2017-2018 даже начало год. Я занимался только на том уличном турнике и не знал, что в Ярославле, оказывается, есть секция по воркауту. И волшебным образом она попалась моей маме во ВКонтакте, и она меня записала. И мне очень повезло, потому что зал был, во-первых, рядом со школой, а во-вторых, рядом с моей бабушкой, у которой я сейчас нахожусь. Тут зашел немножечко помыться там, почилить. Вот. Я тут постоянно тут кушал и прям бежал на тренировочку. То есть сейчас я вам продемонстрирую зал. Точнее, продемонстрирую, где он находился, потому что зала там уже нет. Его давно закрыли. Просто покажу вам место это. То есть оно тут тоже для меня важное. Вот такие дела. Короче, вот весь я такой уже чистенький, помытый. Иду показать вам просто место, где находился этот зал. Просто хочу даже сам его посетить, давно там не был. В общем, на самом деле не помню дорогу. Ну, надеюсь, сейчас помню. Потом мы пройдемся еще по парочке классных мест, очень таких тоже важных в моей жизни. А пока двигаем к моему самому первому залу, в котором я начал заниматься прям усиленно воркаутом. То есть там были прям тренировки, не с бухты-барахты, а прям тренировки. Это было очень классно. В общем, он в таком непримечательном дворике на втором этаже. Я сюда подойду поближе. Собственно, находился тот самый зал. То есть дворик, ну вообще такой абсолютно... Я бы даже сказал, вот сюда идешь и такой думаешь, ну да, вот, и тут, оказывается, был зал. Я ходил сюда каждый понедельник, среду, пятницу. Мы там тренировались вот на второй этажик. Я уж подниматься не буду, как видите, тут, скорее всего, вот уже рукопашный бой тут. Вот тут я занимался. В принципе, ничего не знаю, что сказать даже про это место. Просто было очень классно после школы, там, знаете, я всех подтянул. И мы человек по 5, по 6 ходили в этот зал. Вот так вот. Тут я занимался года 2, наверное. Пойдем к следующему месту, тоже очень такому важному в моей жизни. Короче, уже подхожу к площадке и объясню, в принципе, чем эта локация важна для меня. Когда тот предыдущий зал, который я вам показывал, закрывался на лето, мы тренировались здесь. То есть мы бегали, вон тут, вот такой большой парк достаточно, ну, для Ярославля достаточно большой. Мы бегали тут, круги наворачивали, а потом шли тренироваться на площадочку. Сейчас я вам покажу. Кстати, на этой площадке я первый раз вошел в призовые места. То есть это такое тоже значимое, это мы были то ли какие-то вторые соревнования, и я на них смог, или третий, что-то такое, я на них смог попасть. Призовые места. Короче, мы все занимались вот на этом турнике. Все, вот, все вообще. И он уже прогнутый, то есть он раньше был ровный. Короче, и вот, мы его тут что-то, по-моему, и ломали его, когда что-то, ну, делали. Вот. И на этом турнике я вот и выиграл свои третьи соревнования в жизни. Вот, и сейчас чисто 10 подтягиваний дам, чтобы, ну, типа, почтить память этому турнику. В общем, ребят, двигаем, наверное, на... Ой, чё, кудря, ё-моё! Короче, погода дико испортилась, но мы двигаемся на финальную локацию, наверное, самую, я бы даже сказал, самую, наверное, важную в моей жизни, потому что если бы не эта локация, то я бы не был блогером. Ребят,
будет тут фоточка прикреплена, как я в точности в один роковой день шел по этой же дороге, если я найду ее, очень надеюсь, что я найду ее. И сейчас я расскажу, что же произошло на этой площадке и почему это так и изменило вообще мою жизнь. Буквально считанные метры остаются, чтобы дойти до этого места, до этого тоже очень важного места. Надеюсь, турники там еще остались, и сейчас я расскажу вам, почему это место я считаю самым важным в своей, так сказать, жизни. В общем, вот я подошел к этому месту, турников уже не осталось. Они были в 2019 году, и один день из 2019 года, как я считаю, перевернул мою жизнь. В 2019 году я расстался с девушкой, это было для меня очень травмирующее событие, и ровно через 2 недели на вот этих турниках, которых уже нет, я сломал себе руку, причем перелом был очень тяжелый. Но почему же это как-то и поменяло мою жизнь? Возможно, это какое-то даже хорошее событие, которое должно было произойти в моей жизни. Я общался с одной девочкой в лагере, с которой мы знакомы с 2016 года. И когда я сломал руку, мне было нечем заняться совсем. То есть ни турников, я не мог ни в компьютер поиграть. Но с этой девочкой мы общались еще и до перелома. Но потом что-то перестали. А тут мне было как-то, знаете, скучно, возможно, даже заскучал по общению и решил ей написать. В итоге с этой девушкой мы встречаемся 3 года, и именно она замотивировала меня на съемку каких-либо видео сначала в ТикТок, а потом уже и продолжает поддерживать при любых других каких-то съемках, там, да, видео. Я очень за это ей благодарен. И двигаем теперь домой, расскажу, что же с моим здоровьем, почему у меня постоянно болит спина. Вот, очень на самом деле грустно смотреть на то, что турников не осталось. Хотя я привык, что я прихожу сюда, здесь такие турники, они достаточно старые, но они такие удобные были. В общем, их снесли, видимо, из-за того, что они уже были, ну, в плохом состоянии. Но мы тренировались, нам было пофиг. В общем, ребят, идем домой. В общем, ребят, мы прошли с вами по самым значимым для меня местам. В общем, так вот и прошел мой путь становления тем, кем я являюсь сейчас. В общем, сейчас я расскажу, что же с моим здоровьем, что с моей спиной. Эту тему я затрагивал лишь в нескольких видео и, в принципе, не углублялся в нее. В общем, в 2021 году мне поставили диагноз болезнь Шермана-Мау. До этого у меня стоял всего лишь сколиоз. Меня направили на рентген, и, как оказалось, у меня сломано 3 позвонка, и еще кифоз, и сколиоз, там у меня очень жесткое искривление. Потом я поехал в платную клинику, и мне мой хирург сказал: чувак, тебе очень сильно повезло, потому что ты держишься только за счет мышц спины. В общем, позвонки, они же должны быть, ну, вот типа такие, там, да, вот они, вот, ну, типа вот такие, да. А у меня они уже круглые, они сточились, там был некроз костной ткани, насколько я помню. И все вот эти проблемы в совокупности вызывают у меня серьезные боли в спине. А терпеть боль в спине – это опасно. Тем более есть простой, доступный и эффективный способ, а точнее методика лечения, запатентованная. Это Cordus Sacrus. Данная методика используется в 48 странах по всему миру. Но, увы, у нас она малоизвестна, хотя разработана нашим челябинским нейрофизиологом Юрием Корюкаловым. Первые несколько сеансов лечения могут быть болезненными, но это абсолютно нормально. Методика полностью безопасна и не травматична, ведь давление аппарата полностью ограничено весом вашего собственного тела. Когда вы ложитесь на аппарат, его анатомические вершины проникают в глубокие мышцы на 3 см, что и снимает спазм, основную причину боли в спине. А при использовании Cordus и Sacrus вместе эффективность лечения повышается аж на 40%. Цена одного аппарата всего 4900 рублей, как пара сеансов массажа. Вот только аппараты вам прослужат долгие годы, и ими сможет пользоваться вся ваша семья. А эти пару сеансов массажа
Взгляд, как будто их и не было. А это новая модель аппарата Cordus. Cordus Vibra с режимом вибрации. Помогает от боли даже в запущенных случаях. Также снимает стресс и улучшает сон. Еще одна новинка – аппарат Sacrus Physio с вибрацией и микротоковой стимуляцией. Аппарат эффективно лечит защемление седалищного нерва, устраняет боль в области крестца и таза. Но если же данная методика вам не поможет за месяц, то производитель просто вернет вам деньги. Впрочем, за 10 лет возврат составил всего 2%. Узнать больше о данной методике вы сможете на официальном сайте Cordus Sacrus, который будет по ссылочке в описании. Там же вы найдете промокодик на скидку. В общем, я очень рад, что начал заниматься этим спортом, потому что иначе я бы не был сейчас здесь, не снимал бы видео, я бы не ходил нормально, то есть у меня было бы просто там со спиной. Так что, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Никогда не бойтесь мечтать. Всегда идите к своей цели, стремитесь к ней. И у вас все получится. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждите новые видео, нажимайте колокольчик. Всем пока.